И снова всем привет, ребята, очередная посылочка из Китая от компании AGM. Я так думаю, ну что по-правильному будет. Покупался в 39.99. В чем плюс, что, ну, что кнопочный, с металлом и защитой. Аккумулятор считаю, что, ну, что 2000 идет, ну, что в теории будет где-то, ну, что 2 недели держать. У нас есть две симки, отличный, ну, что дизайн. И в целом, знаете, я сталкивался с компанией уже. Вот, ну что, скажем, по качеству, потому что телефоны вполне окей. Ну что, из-за чего? Или два, из-за того, что в теории один красный, один золото должен был быть. Ну, скажем так, ну что, исходя из картинок, что, ну что интересно, что пишется, что и защитой, что и покупаетесь, и кинете. Экранчик 2,4 идет, ну, естественно же, стандарты, ну что, интернет здесь, ну что, не ждите ничего. Стареньким, что блютусом и карточки все-навсего 32 гигабайты. Но в любом случае, я считаю, что телефон что вполне, ну, что интересный за ту стоимость, что он стоит. Тем более, что, знаете, вот, что вскрывала украинская таможня его, что глянули, что за телефон, и сказали, тайную лесом вскрывать, ну что из этого в пленочках все остались. Да-да, ребят, сталкиваемся с таким, что знаете, что думали, что все здесь, ну, скажем так, супер будет. Открываем первый телефон. Красненький у нас идет. Есть и золото будет еще один. Этот аккуратно и в сторонку сразу. Я думаю, знаете, чтобы было хотя бы чуть-чуть территории побольше. И вскрываем еще один, чтобы глянули вживую. И на первый, и на второй сразу. Ну, я вам скажу, знаете, он такой... Ого! Да-да. Упал. Ну, в принципе, знаете, я думаю, вот если, ну, телефон, ну, что защитит, так, ну, что и должно быть. Так, чтобы вы увидели, что, ну, что спереди. По ощущениям, знаете, ну, что из пластика и софт-тач идет. Здесь, ну, что с болтиками из металла, ну, что вставочки, ну, что, типа из кожи идут. Здесь, ну, что клавиатура. Вот единственное, смотрите, купил я, ну, что телефоны из русской клавиатурой. Что, где она? Вот вы мне скажите, а? Вот, ребят, ну, что чистый English идет. Ну, ты включишь, и какая разница, ну, что-то ничего, что-то не изменится. И сбоку, вот здесь, я надеюсь, ну, что все увидели, что у нас серенькая и золотая идет линия, вставляется, ну, 3,5. Спинка, кстати, ну, что классно тут смотрится, ну, что все аккуратно, ну, что стильно и красиво. Так, из фонарики идут. Что плохо, что, ну, что-то не сделали, чтобы и шли они, ну, специально, ну, что кнопочку для него. Так, смотрите, ну, что питание оставляется у нас, из микро вот USB идет. Так, есть сим-карты, я думаю, что вставляется где-то здесь. Но, знаете, вот честно, ну, что телефон и защитой от, ну, от жидкости и с такой крышечкой, где вот нет абсолютно ничего для защиты телефона, я считаю, что это глупо. Так, аккумулятор вскрываем. Ага. Вот видите, специально, ну, что крышечка идет, что вскрывается. Открываем, и еще здесь аккумулятор. Что у нас есть? Ну что, аккумулятор, я уже акцентировал, что считаю, что 1970 идет. И это, знаете, ну, считаю, что 2 уже. Тем более, что, ну, китайцы стабильно всех нас что обманывают. А знаете, я думаю, что будет в конечном итоге, ну, что 1,5 окажется. Да-да. Они такое любят. Здесь, ну что, изнутри у нас есть, ну что, вставляется SIM 1 и SIM 2 и карта в памяти. Если, ребят, так, вставляем, по идее, так, наверное, будет. Опача. Ну, с крышкой, кстати, ну что, толковая, ну, что, идея, вот видите, специально, ну что, и заглушкой из резины идет, что в теории оно будет все окей. Но, честно, знаете, вот в такой конструкции, ну что, мне вот не нравится, потому что сделали бы лучше, чтобы здесь... Вставлялись, да, и все. И было бы чуточку, ну, что, вот, что спокойнее. И вот нет, ну, что в телефоне, что уверенности, что он уже, ну, что действительно, что и защита идет. Так, пока, ну, что включается, комплектацию глянем. Раз, два. Есть, так, ну, что в комплектации у нас есть, что и болтики, и заглушки. Супер. У нас есть, ну, что, интереснейшая инструкция, что в сторону ее сразу. В комплектации идет еще и питание. Естественно же, на что, вот, ребят, что пол ампера. Это уже издевательство из людей. Окей.
Ну, уже что купили, а такого вот никуда, что не денется. И, ну, и в комплектации, естественно же, из микро, вот, USB, и самый, ну, что дешевенький идет, знаете. Здесь уже, ну, что и вскрывать не хотелось бы, ну, что и показывать. Ну, скажем, комплектация тут такая, ну, что скудная. И с телефонами, чтобы вы увидели, ну, с компактной и 5... что и 9 дюйма у нас есть, ну что телефон, вот так специально, ну что показываю, и с моим телефоном в чехле, ну что и защитой, такое стандартное идет, но если кинете и стукнете, то все окей будет, вот чтобы вы увидели. Ну, ну что в целом сказать, что он компактный, тут 100%, ну что вот нет, он действительно, ну что крупный идет, вот ну, как для телефона, что включается, unlock есть. Exit, так, включаем по, ну, шо, установочкам. Вот в чем, кстати, что из плюсов, что экран, ну, шо, и светлый, и яркий, но что плохо, используется TN. Ну что, при солнце читаемость будет, ну что, вот не ахтите, ребят. Фон, так, изменяем, что у нас ситуация с языками. У нас есть, кстати, ну что, и русский, и украинский. Есть, готово. Так, клавиатуры изменяете, ну что, SMS в профиле и звонки, автоматическое включение и выключение, управление питанием. Все скучно и неинтересно. Что у нас, ну что, из вызовов? Сим-карты, отклонение, скрыть ID, звонок, ну что, черный список включается, напоминание о времени и вибрация при, ну что, включении. Кстати, ну что, в чем плюс? У нас есть автоматический, ну что, включается диктофон. Общайтесь, ну что, с кем-то и пишет, ну что, все звонки. Шикарная тема и что встроено. Телефон изначально, я вам скажу, что супер. Так, у нас есть, ну, что, эффекты, ну, что, включения, больше анимации, окей. Оказалось, что и нет. По умолчанию включаем. Экран, ну, что, включение и выключение. Так, если захотели, ну, что, изменяются обои. У нас, ну, что, изменяются, ну, что, установки дисплея. Чтобы в контраст, я так думаю, что это у них означает... подсветка экрана, ну что делается в темнее, если захотели, эти, что сделали ее чуть-чуть, ну что светлее, вот так я чуть комфортнее будет, так, а там уже все уже, все, ребят, идем дальше, готово, так, из безопасности, ну я так думаю, что с пин-кодами, ну что играться, то смешно будет, из сканеров у нас же нет, ну что интернет, если захотели. Но смысл, знаете, ну, что включение его, ну, что здесь нет. Единственное, что вот мне не нравится, что тема, что серая, знаете, вот как-то, ну, чуть не то. Так, ну, что в телефоне, в калькулятор у нас еще есть, включается и календарь, на целый вот месяц сигнал. Что думаю, что будильник включается, да, у нас есть и время. Секундомер включается, включается и Bluetooth. Чтение в книжек у нас есть и файловый менеджер. Есть, все окей. Так, у нас есть, ну что, камера в телефоне, но я, знаете, ну что, в таких, ну что, телефонах здесь камеры, что для галочки, и что акцентировать, вот я тем более из них хочу, что пишет и видео, но смысл я вот вообще, ну что, в них, ну что, не вижу. Так, ну что, диктофончик, и включается FM-радио, и что, автоматически включается, и не надо вставлять сюда 3.5 даже? А ну-ну. Удиви меня. Было чревато гибелью и смертями. Офигеть. Смотрите, антенна... Ну что, вот, не включайте. Бам-ба-ба. Не, вот, ребят, вот это класс. Все, ну что, убедились, что в чем плюс, ну что в телефоне, что вот не надо, что уши, чтобы услышать звонок. Здесь 100%, ну что в пятерку им ставлю. СМСки у нас есть, ну что в камере акцентировал, в профиле звонок. Я думаю, здесь, ну что включается в куча всех плюшек, блин, опции, так что включайте установочки, переименовать и включается установка звонок. Тип у нас есть фиксированные, стандартные. О, блин.
знаете, вот если он, ну, что вечерком зазвонит, то 100% у кого-то закончится, ну, что инфарктом или чем-то. Готово. Так, ну что, громкость, ну что, включается, ну, что, включена по максимуму, если захотели, ну что, изменяется. В чем плюс? Ну что, типа, ну, что, включается и звонок, и вибрация, ну что, вибрация и звонок, и вибрация, отдельно звонок, и бесшумный, ну все, что захотелось, то все включаете, изменяется, и включающий, ну что, для смс-ок, для звонков, ну что, для всего. Тут вполне все окей. Тон клавиатуры изменяете, звук, чтобы аккумулятор вздыхать будет и всякое такое. Что плюшки, я считаю, что смешно здесь, ну, что акцентировать. Но что громкость вполне окей. Ну, что изменяете и для 3.5, кстати, ну, что звучание вот есть, и для Bluetooth. Тут тоже вполне окей. Ну, что при условиях, ну, что использования его. Пропущенные звонки у нас есть и набранные вызовы, и принятые. Отключенные вызовы, все стереть в таймер, в GPS, счетчик GPS. В контакты, я не знаю, даже, допустим, пам-пам-пам-пам-пам, опции. Так, импорт, экспорт, новое. Имя, вот что плохо, я так понял, что, ну, что она один контакт и сохраняется один телефон. Ребят, вот здесь, ну, чуть-чуть печально. Ну, честно, вот редактировать, если включить, вот редактировать. Семья, ну, тип контакта, ну, что указывается в телефон, все. И в чем плюс, что вот изменяете, ну, что для каждого из контактов, ну, что изменяются и звонки. Вот здесь, ну, хотя бы, ну, что, им, ну, что чуть-чуть, ну, что плюс есть. Так, включаем сюда, ну, что включается MP3 Player, ну, что аудио, типа, изменяйте и звонки. И вниз включается светильник. Вот. Толковая, ну что, идея, но в любом случае, вот знаете, вот, ну что, из-за чего я сказал, что оказался бы, ну что, отдельно он, то было бы, ну что, компактнее. Вот просто, ну что, придется, ну что, включить, ну что, телефона вам и в конечном итоге, ну что, разблокировку и только, ну что, в том случае, что включается, ну что, фонарик. А так бы вы со старта бы включили. И что плохо, вот смотрите, вот как, ну что, отключить экран сразу. У кого-то есть идея? А, ну что, жмешь эту кнопку, и она отключается, да? Ну что, вот смотрите. В конечном итоге, если захотели включить, ну что, фонарика, что жмем, и что будет? Фигушки. Единственное, включается 1-2, и только в конце, ну что, включается, ну что, фонарик. Снова, ну что, скажем так, ну что, недостаток. Самое, что, ну что, главное и печальное, что китайцы меня, ну что, кинули, ну что, здесь вот я купил его и с клавиатурой, с кириллицей, где она специально всем показываю, что, ну, что английская, потому что печально, потому что в плане дизайна, потому что изумительно, потому что действительно смотрится. За ту стоимость, что они стоят, вы, ну, что купите, естественно же, ну, что телефон и сенсорным экраном, и что будет, ну, что вполне, вот, ну, что из Lego вот есть и Z10, 13-ка. Чуть докиньте, ну что, в 15-ку купите. Элкау есть столица Испании. Где, ну что, кто умный, то все пишет. Ну скажем так, ну что, вот есть, ну что, телефоны, что вы, ну что, купите с большими экранами и все. Ну что, тут, ну что, в чем плюс, что в теории вы с ними покупаетесь и все. Но исходя из того, вот, как он, ну что, смотрится и выглядит, я думаю, что, ну что, купаться вот с ним 100%, ну что, не рекомендую. Всем спасибо, пока.